Привет, подписчики и гости, с вами Дема, это значит вы на канале Электрообзор. И я к вам сегодня с обзором потолочных ламп от компании Xiaomi и бренда E-Light. Это модели E-Light Arvin 450C и E-Light Arvin 550S. Мы их, как обычно, пощупаем, покрутим. Но прежде чем начать, хочу напомнить, что на канале идет розыгрыш беспроводного утюга. Пожалуйста, переходите по ссылке, подписывайтесь, оставляйте комментарии и выигрываете этот утюг. Ну а мы приступим! Итак, начнем с распаковки малыша. Почему малыш? Потому что диаметр у него 495 мм. У 550-й лампы диаметр 555 мм. Целая огромная коробка внутри с пенопластом. Так, перевернем. То есть упакована очень надежно. И вот она, сама лампа. Лампа выглядит как круглый блин. Вот здесь есть две такие застежки, которые позволяют отстегнуть и пристегнуть лампу к основанию. Оп. Основание выполнено из стали, крашеной. На ощупь очень добротное, в принципе тяжелое. Дальше. В основании есть быстроразъемное соединение, которое позволяет снимать и одевать без проблем светильник. Также очень легко монтировать провода. Просто прижимаете контакт, вставляете провод, отпускаете, контакт зажат. Все очень просто. Это основание является универсальным, и к этому основанию можно пристегивать как 550-ю лампу, так и 450-ю. То есть они являются заменяемыми. Мы это обязательно попробуем, я вам покажу. Это сама лампа. Она вот такая вот круглая. Да, также в комплектацию входит инструкция. В инструкции есть раздел на русском языке. Можно ознакомиться с порядком действий. Так, из интересного. В комплектации также есть вот такой вот маленький пультик. В пультике есть инструкция, как им пользоваться, какие батарейки требуются для пульта. Сам пульт очень няшный. Кнопка плюс-минус, кнопка off-on, кнопка управления яркостью и кнопка M. Вот, работает пульт на батарейке, кругленькой. Батарейка сюда вставляется 20 на 32. Также в комплектации идет монтажный комплект для крепления светильника к потолку. Ну или к стене, тому как будет удобно. По комплектации все. Ровно такая же комплектация и у светильника E-Light Arvin 550S. Эта лампа E-Light Arvin 550S. Эта лампа E-Light Arvin 450C. Диаметр у лампы 550S составляет 555 мм. Диаметр у лампы 450C составляет 495 мм. Толщина лампы 550S составляет 95 мм. Толщина Arvin 450C составляет 92 мм. Лампы имеют несколько разный дизайн. Дизайн у лампы Arvin E-Light 550S несколько направленный. То есть здесь по краям есть непрозрачный ободок. Вот. И сам плафон как бы более направлен вниз. В дизайне лампы E-Light Arvin 450C такого абажура нет. То есть рассеивание по бокам несколько больше, чем у 550-й модели. С обратной стороны лампы имеют одинаковую конструкцию. Быстросъемные замки, которые позволяют отстегивать основание. Или пристегивать основание, или пристегивать саму лампу, когда лампа будет находиться на потолке. Вот так это пристегивается. Вот так отстегивается. То есть лампа легко и просто одну менять с другой. Теперь, прежде чем перейдем к тестам,
Пройдемся по их характеристикам. Мощность у ламп одинаковая, 50 Вт, и у 550, и у 450. Световой поток у лампы 550S составляет 3500 люмен, и 4000 люмен составляет у лампы 450C. Срок службы у лампы, заявленный производителем, составляет 25 тысяч часов. Время цикла включения и выключения также одинаковы у двух ламп, составляет 15 тысяч раз включить-выключить. Цветовая температура регулируется у обоих моделей от 2700 до 6500 кельвинов. Лампа совместима с Android 4.4 и iOS 9.0 и более поздней версии. Беспроводное подключение к Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth версия 4.2. Обе лампы работают с голосовыми помощниками OK Google, Alisa, Alexa. Количество голосовых помощников расширен для модели 550S. Также работает со SmartThings, управляется Марусей, MTS Smart Home, Kakao Home, Conrad и кучей других помощников. Обе лампы подключаются к приложению E-Light, управляются из приложения. Также у них в задней части есть RGB-подсветка, которая позволяет выбирать до 16 миллионов цветовых комбинаций. Теперь приступим к монтажу. Теперь поставим лампу на свое место. Пожалуйста, не забудьте о технике безопасности и выключите свет перед тем, как монтировать лампу. Монтируется она просто. Просто вставляете ее на место и делаете вот так. Опасный момент. Включаем. И одна, и вторая лампа очень ярко освещают комнату. Можно считать, вообще не напрягаясь. Прям честные 50 Вт. Вот, единственное рассеивание у лампы 450S несколько побольше. Вот такие вот дальние углы она освещает несколько лучше. Но зато у лампы E-Light Arven 550S лучший дизайн, по мне. Большая контрастность между подсветкой RGB и белым освещением. Одна и другая лампа имеет мощность светового потока 4000 люмен и светит очень-очень ярко. В режиме чтения освещает всю комнату. Единственное отличие то, что у лампы E-Light Arven 450C нет вот этого ободка, поэтому он рассеивает несколько больше свет. Но есть нюанс. RGB-подсветка, соответственно, смешивается с белым освещением. Получается, что эта RGB-просветка немножко просвечивается через край. Вот, и контраст между RGB и белым освещением несколько размывается. По ощущениям, она ярче светит и освещает темные уголки комнаты, особенно рядом с потолком. Теперь подключим лампу к Alisa и приложению E-Light. Для этого необходимо из App Store или Play Market скачать соответствующее приложение. Качаем приложение E-Light из маркета. Вот, приложение у меня скачет. Теперь открываем приложение. Добавляем новое устройство на плюсик. Включите, пожалуйста, Bluetooth, если он у вас не включен. Выбираем Sailing лампа. E-Light Sailing Light Series. Для того, чтобы подключить лампу к приложению, настройки необходимо сбросить. Для этого необходимо включить и выключить лампу 5 раз. С задержкой 2 секунды. 4... 5. Вот, лампа начала прерывисто мерцать. Значит, она сброшена. Нажимаем на кнопочку «Продолжить». Пошел поиск лампы. Лампа найдена. Вот она определилась номером вверху. Выбираем ее. Нажимаем «Продолжить». Выбираем Wi-Fi сеть. При необходимости введите пароль. Все, пошла настройка.
Во время настройки лампа будет мерцать. Это значит, процесс идет. Итак, лампа успешно подключена к приложению. Нажимаем «Done». Так, теперь отзываем ее. Окей, суперлампа. Продолжить. Обязательно включите управление по LAN, иначе вы не сможете управлять с помощью Алисы лампой. Отлично, лампа настроена. Теперь для нас доступны различные режимы. Протестируем их. Режимы лампы следующие. Рассвет, закат, уютный дом, время чая, режим кино, режим ночного освещения, режим мерцания свечи, чтение. Можно регулировать цвет RGB подсветки. Зеленый, синий, розовый. И таких комбинаций 16 миллионов. Есть специально в приложении раздел, где можно выбирать освещение RGB подсветки. Вот, там бесчисленное количество цветовых комбинаций. Качаем Алису из маркета или из App Store, если у вас iPhone. У меня она уже скачана, Яндекс с Алисой. Открываем его. Добавляем на плюсик осветительный прибор. Устройство умного дома. Выбираем E-Light. Обновить список устройств. Добавляем суперлампу. Помните, мы ее назвали в приложении E-Light как суперлампа. Все. Выбираем умный дом, где будет лампа стоять. Я выбрал свой. Выбор комнаты. Пускай это будет гостиная. Сохраняем. Выбираем гостиную, нажимаем «Далее». Все, суперлампа подключена. Итак, слушай, Алиса, выключи суперлампу. Окей, выключаем. Слушай, Алиса, включи суперлампу. Включаю. Мистика. Все работает. Теперь заменим одну лампу на другую. Это очень легко и просто. Не забудьте перед заменой выключить обязательно свет. Обесточить контакты на люстре. Происходит все очень просто. Вверху два зажима красных. Нажимаем на них. Снимаем лампу. Берем E-Light Arven 550, вешаем, щелк, на месте, та-дам! Лампа E-Light 550 на своем месте светит очень ярко. Ободок непрозрачный дает очень сильный контраст между подсветкой RGB и белым светом. Получается очень круто и стильно. Теперь режим рассвет, закат, уютный дом, время чая, режим кино, ночной свет, мерцание свечи, режим чтения, закат, рассвет. Теперь подведем итоги. Ну что, лампы достойные, и одна, и вторая имеют космический дизайн. Правда, конечно, на мой взгляд, у лампы E-Light Arven 550S дизайн космический больше, чем у лампы 450C. Но зато лампа 450C рассеивает свет несколько лучше, чем лампа Arven E-Light 50S. Вот, по пластику не сказал.
пластик из-за особенностей конструкции у 550-й гораздо прочнее, чем у 450-й. Он несколько прогибается, но возвращается абсолютно быстро назад. Хотел отметить про RGB подсветку. У лампы Elite Arvon 550S она мощнее, чем у лампы Elite 450C. Вот. Ну а так, эти экземпляры очень достойные. Вот. Они не требуют ухода внутри, будут светить всегда ярко. Их достаточно просто протереть тряпочкой, и они вернутся к первоначальному состоянию. Будут светить ярко и радовать ваш глаз. Под ними, кстати, можно читать и просматривать кино, делая уютную атмосферу в зависимости от того контента, который вы смотрите. Теперь пару слов о спонсоре. Спонсор сегодняшнего выпуска — компания «Жезлонет». Вы можете приобрести с промокодом лампу эту в этом магазине. Ссылка и промокод будут в описании к этому видео. Кому интересно, переходите, покупайте. Ну а я прощаюсь с вами. До новых обзоров. Обязательно выигрывайте утюг. Переходите по ссылке. Всем пока!